Давайте наконец уже еще что-нибудь проверим. Давайте сейчас проверим CD2. Давайте какого-нибудь уже паучка забабахаем. Например, океанского. Давайте проверим. Давайте его сейчас впишем. Так, вот так вот. Океан. Спайдер. Все, вот так вот пишется. Сложность. Мирно, давайте бонусный сундук. Ну и карта нам понадобится. Давайте создавать мир уже. Блин. Так, давайте сейчас подождем. Ну все, давайте уже это все. Чтобы вам не было скучно смотреть эту регенерацию, давайте уже заберем наш сундук сами. О, крутые ресурсы. Давайте сейчас я это все быстренько возьму. Так. Давайте берем. Давайте просто сейчас в кучу все сложим. Так, кактус, давайте. Может, защитимся. Так. Это мы вот так вот. Блин, ребят, ты, честно, не очень удобно так делать вечно. Нажимаешь так, нажимаешь так. Все, давайте важные ресурсы мы сюда. А ненужные мы уберем вот туда. Давай, ну, в инвентарь. Так. Давайте сундук заберем. Почему бы и нет? Факин, давайте возьмем тоже. То мало ли. Наверное, можно будет. О, круто, волк. Спасибо. Жалко, простите. Ладно. Давайте пойдем. Что? Данжи нашел, ребята. Это тот адский данжи. И вот тут нашел. Давайте посмотрим, что внутри, ребята. Это очень весело, потому что там очень крутые ресурсы, я знаю, есть. Так, давайте в лаву не напарваться, блин. Ну, если в лаву, можно воду просто пить. Ребята, такие крутые ресурсы. Прикольно. Давайте это мы пока вот так вот. Золотой меч. Конечно, он быстро потратится, но ничего страшного. И золотая мотыга. Хорошо. Ребят, ресурсы, я знаю, тут там крутые есть. Ладно, давайте пока вот туда вот сплывем. Короче, сейчас нужно быстренько вот туда сгонять. Мне нужно какое-то море найти. Он же там водится, этот паук. Так. Блин. Не, давайте не по воде. По воде неудобно, если честно. Давайте им тогда нырять. Так, вот давайте как рыбка. Оп. Да. Ладно, давайте сейчас поплывем. Ой, тихо. О, прям круто доплыл. Кстати, ребят, этот щит чуть-чуть не напоминает на один щит, я его давно проверял. Но никак не могу вспомнить, какой. Он реально чуть-чуть напоминает. Ой, что-то звук там со злой рожей там был. Своим лицом. Теперь успокоился. Ой, ты на меня не нападай, пожалуйста. Кстати, карту можно знать. Так, где я нахожусь? О, ребят, по сути, там еще один данж может быть. Давайте посмотрим. Так, блин. Давайте посмотрим, что там за данжи нам подготовили.
Ну, вроде бы ничего. Ну ладно, давайте вот тут основываемся. Вот тут давайте. Давай все сделаем. Так. Конечно, не хватит, но не знаю, наберу. Так. Хорошо, что у нас, ребят, попался топор. С топором будет быстрее реально рубить. Это очень круто. Давайте сейчас это быстро сделаем. Как вы думаете, ребят, мы встретим этого паука или нет? Я не знаю даже. Так, давайте мы это вот так вот обудим. Блин, ребят, если честно, он жутко на фотографии выглядит. Он такой там. Знаете, ребят, еще есть о нем факты, только их очень мало. У него, ребят, два или три лица бывает. Один или два бывает. Ну, короче, у него два лица, в общем, должно быть. И он такой, типа, там ходит по морю. Я не знаю, ребят, даже в Майнкрафте, как он выглядит. Может, и с двумя лицами, может, с одним он встретится. Ну, не знаю, посмотрим. Так, а я пока посмотрю, что тут можно добывали. Угу. Много-много дерева. Так, давайте это все быстро скрафтим. Палку, верстак. Давайте на всякий случай скрафтим еще. Давайте из всех деревьев везде будет. Так, вот так вот. Давайте еще стекло сделаем, а почему бы и нет? Так. Это прорежу. И вот так вот сделаем стекло. Давайте вот так вот. Вот столько вот я, ребят, дерева надобывал. И можно, в принципе, сейчас... О, нет, блин. Ладно. Давайте овечек добудем пока. Сюда для кроватки. Так. Блин, надеюсь, я найду их. О, еще один данж, но на этот данж мы сгоняем только завтра. Так, ой, блин. Блин, овечка нужна. Ребята, куда я смотрю вообще? Я только дерево это добываю. Я забыл, что еще мне те овечки нужны. Так. О, она уже вставает, блин. Быстрее. Сейчас я еще не хочу на него смотреть, хотя он, да и тем более, наверное, не появится пока. Давайте. О, 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 иди. Иди сюда. Иди сюда. Блин. Овечка. Паучи. Ладно, давайте все быстренько так. Блин, я чуть-чуть уже не вижу в темноте. Я что, потерялся? А, фух. Блин. Ночью, ребят, это, о, блин, ночью идти там добывать что-то. Это очень опасно. Ну, не опасно, а вообще запутаешься. А, хорошо, что я верстак еще скрафтил. Там мы можем теперь скрафтить эту кроватку. Так. Вот, открылись новые предметы. И можно еще картину сделать. Ну, ладно. Давайте мы сюда поставим. И сейчас спим. Давай, сейчас мы с ним встанем. Все, ребята, я встал, и вот что тут такое. Да. Угу. Нам, ребят, задача на сегодня. Так, овечки мне не нужны. Нужно добыть песок. Кстати, там глина. Офигеть, тут глина есть. Да, сейчас быстренько добудем. А, ребят, давайте восстановим воздух. Ой, блин, так не останавливаю. Тихо. Давайте, ребята, я пока восстанавливаю воздух. Давайте посмотрим, что тут есть. Так. Блин, только по одному боку песка, блин. Это ну, мало. Так. Давайте еще второй как-нибудь успеем же. Да, мы успеем. Все. И четвертый остался. И четвертый, да, давайте даже сейчас прямо. Я буду. Ну, ребят, кажется, вы уже понимаете, что я хочу сделать, и я уже это говорил, что я буду это делать. Так. Короче, давайте пока пороем сейчас так.
Вот давайте пороемся. Мне теперь нужен камень. Вы сами сейчас увидите. Если вы это не знаете, то можете посмотреть. А если вы это уже знаете, догадывайтесь даже, что я буду делать. Можете написать в комментариях, что я сейчас буду делать. Так, блин, это нельзя ломать. Потому что я потом буду... Мне будет трудно потом выбираться. Так. Меня перепощил? Нет, прям ровное количество. Все, давайте это мы сейчас вот так вот построим. Блин. Еще и так вот. Нет, ну ладно. Все, давайте убираться отсюда уже. Давайте вот так вот сейчас пойдем. Блин. Надо вот так вот сейчас выбраться быстренько. Ну все. Так. Ребята, не. Нужно вот сюда зайти. А вот печка. И у нас осталось еще сделать. Смотрите. Это мы сюда. И это мы сюда. Ну, сейчас вы увидите. Ну, если вы, ребята, уже знаете, то не заставляю смотреть. Но если вы не знаете, можете посмотреть. Вот, ребят, да. Моё стёклышко готово уже. Так, пока там плавятся другие. В реальности они делаются, ну, из песка такого специального, необычного, специального. Песка в реальности они делаются. Блин, чуть-чуть быстрее нужно плавиться, потому что уже у меня остается 3 бревна. Блин, успей. И все. Я сюда. Фух, успел. Все. Осталось вот так вот сделать. Вот так вот сделать. И вот так вот. И быстро сейчас добываем дерево и утаем данж. Вечером давайте поутаем данж. Сколько. Ага. Уже полдня, ребят. Так. Вот это высоко добываем. Ну и давайте уже какой-нибудь другой ролик, не про Майнкрафт. Давайте напишите в комментариях, какой мне другой ролик снять, не про Майнкрафт. А то мне уже надоело чуть-чуть снимать. Давайте другой что-нибудь снимем. Так, не сюда. Все, давайте вот так вот все это сделаем. Я чуть не сказал, добудем. Мы и так это уже добыли. О, ну мне должно хватить, ребят, на этот дом. Вот сейчас должно. В любом случае. Так, давайте вот так вот делаю. И все. И все, в принципе, больше ничего нам не нужно. Блин, это круто, ребят. Построено. Вот, ребят, хотите, давайте поставим лайк уже вместе так. Ага. Блин. Ну, ребят, давайте уже продолжим. Я снова включил камеру. Так, давайте сейчас этого уже 2 сделаем. И, в принципе, наш дом готов. О, нет, ты дурак, реально. Столько, нафига мне столько реально дверей. Ладно, давайте поставим, чтобы мы не путались. Так, давайте вот это я сюда поставлю. Это сюда. Давайте, если я про данж забуду, вот так вот все. Хотя, я и так сам сейчас пойду быстренько. Так, на всякий случай, чтобы не если я не успел. Блин, знакомый. Я, кажется, его уже утал. Ну, он выглядит, как будто тот, который я уже утал. И... Так и есть, что ли? А ну-ка. Ребят, это что за ужас? Я вообще-то...
обышу весь мир, я подумал, а я тут на самом деле на одном месте шатался. Вообще. Новость года. Это что? Если это не так, то, ребят, это что-то мистическое, потому что я, ребят, точно помню, что я шел далеко-далеко дальше. Видишь, смотрю, может, это я туплю чуть-чуть, но я не знаю даже. Ладно. Блин, это нужно убрать. Или мне не осталось? О, давайте вот так вот сделаем. Давайте это бревно вот на это потратим. Откуда у меня... А, точно же, я его добыл. Тиру, ребята, ну... Давайте это поломаем. Это нужно какой-нибудь уже пол заменить. Так, так. Ой, волчонок, я не могу тебя впустить. Ладно, пока. Давайте вот так вот. Давайте сейчас так поставим. Боже, там что мне не нужно. Так, так. Нет, это я возьму. Это я точно возьму. Мотыга зачем она мне нужна? Кирка, топор тоже. Меч, естественно. Небесная кара. Это что за зачаровки такие? Ужас. Они настолько мощные, ребят. А ну-кась. А ну-кась. Посмотрим. Я как-то тоже преобразился, но уже ночь наступает, походу. На солнце не видно, значит, сейчас скоро будет вечер. Давайте погуляем пока. Погуляем. Так. Ну, тут, в принципе, я ничего не вижу такого. Давайте уже просто вернемся. О, нет. Все. Идемте домой. Пока я буду дожидаться ночи. А, кроватка тоже нужна нам. Так, сейчас я ее быстренько поставлю. Она вот. Я пока останавливаю запись. Давайте сейчас я пока останавливаю запись и дождемся ночи. Все, ребят, я встал уже с утром. Давайте посмотрим, что там есть. Давайте вот так вот откроем. В принципе, ничего не при... Что плавает? Что? Да кто еще такой? Это он? Это уходим. Срочно. Ой, он бьется. Блин, давайте его попробуем убить. Блин, какие у него звуки реально стрёмные. Смотрите, он там орёт. Так, ребят. Давайте его попробуем убить. Блин, ребята. Мы его встретили. Все, его убил. Опыт ко мне. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Я даже сам не понял, что зомби. Случай. Все, он там так умер. Ну все, ребят. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Я даже сам не понял, что это было сейчас. Ну ладно. Всем дальше, всем пока.